Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Сейчас, знаете, какая ситуация получилась в Таркове, что вот эти типа true-believers, да, истинно верующие, как их BSG называют, которые прям вот верят до конца в BSG, они... Что, блядь? Так, раз... Два. Трубеливеры, тире мамонты, которые купили аккаунт за $250, которые верят до конца в БСГ. Сейчас получилось так, что они оплатили поездку БСГ в Японию на вот этот... шоу с играми, как оно там японское называется, на котором, на минуточку, БСГ рекламирует Тарков Арену. И про обычный Тарков там нету ни слова. Происходит, блядь. А любимый разработчик занимается разработкой другой игры. Чел, ну куда ты пошел? Надо его приманить. Что тут у тебя? ЛПСки. Чё ты? Ну посмотри сюда, ну. Чел. А, там двое их. Так, сел за пулемет. Умер. Так, теперь идем на большую. С большой распекаем второго жулика. Но изначально... надо сделать пакости. Наша любимая. Два раздельных стенда, бат-арену и игру основную. Так. То есть все-таки они там рекламят основную игру, да? Просто я в группе ВК, ну в их в официальной, в их официальном телеграме видел только Тарков Арену.
гранаты кидает зачем-то сюда. Зачем? Так. Там в спине что-то происходило, да, вроде? Давайте чекать, бля. Опа, вот это моя мина уже сработала. Походу на АГС кто-то еще есть. Туда бот стреляет. Проверим растяжку. Во-первых. Бот, не ты же ее активировал, я надеюсь. Бот, наверное, за лутом пошел. Может, там кто-то сдох? Американку туда отдадим. Блять, это бот, походу, задел дуралей. Обоих разлутал. Так. Но у тебя же выход вот там должен быть. Что-то медичка открыта зачем-то, дверь вот эта. Которая должна быть закрыта. Он лутает, сидит. Блять. Он как раз дернулся. Там уже? Нет, это не он. Бот, ты что делаешь? Хотя, может, он. Кто-то вот здесь бегал, мне показалось. Или это бот этот придурочный бегал. А, блять. Вот кто это бегал. Фу. Вот этот, наверное, с Таркона идет. Я так думаю. Хотя хрен его знает. Или с АГС-ки. Ну-ка, а тот? Просто может там еще один сидит в медичке где-нибудь? Ну вот этот даже без сумки.
Значит, он где-то просто раскидал своих товарищей. Ну и ладно. Было бы, знаете, как прикольнее, если бы они вот шли туда, считай, в сторону моей растяжки. Если бы бот ее не взорвал, то они бы подорвались на растяжке, ну хотя бы один бы из них. Я бы это понял, побежал бы туда и перехватил бы там второго. Вот это вообще как кино просто было бы. Тупо рейд с актерами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На Йоби ТТВ. Есть такое, интересно? Славная была охота. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.